Ёб твою мать. Где он был? А, вот это уже чевок шевелится. Геймеры. Дроп следок всеми летит. Фига там банда перебегает. Слева. Не пойму, только в комнате или за углом. Так. Оружие скидывает, стоит. Двое. Бля, достану гранату, очень опасно. Скорее всего, в комнате. Где еще? Не понял. А он своего убил, что ли? Он, кажется, своего типа убил вот здесь. Что? Дед что-то там стучит, ремонтирует опять. Так, шестеро. Пойдет. На втором, что ли? Где-то вот здесь на втором, по-моему. А может и на третьем. Чайна Пэнк с Мосинкой. Но это явно не он тут устраивал заварухи. Вот так и думал, крыса. Второй. Это второй. Идем? Нет? Окей. Прям подо мной вот здесь стоит. Вога, настало твое время.
Сегодня вот так весь день, чат. Просто весь день. Весь стрим. 5, 110, 80, картинка сыпется. Поэтому Джевиш стрим идет в 4К на ютубе, а не в 1080. Да, пятеро. Или тут вообще теперь не запрыгнуть? Где он? Слышу кусты. Где он бегает, не пойму. Да, охрененные звуки, чат. 10 из 10. Хуанчонг? Хуанчонг, скорее всего. Кто-то ходит по дереву. Да, мне показалось, там был силуэт. Тут надо мной, на третьем. Не показалось. Ой, бля. Бля, он уже на первом. Блять, еще один сидит. Ёб твою мать, вот это игроки. А еще откидывает сервер. Меня откидывает на месте или что? Смотри, чат. Ну так красиво, мог бы закрыть просто всю эту банду.
Потом я убежал вот сюда и все еще получил от него урон. На первом этаже. Ой, на втором этаже. Вот, он стреляет. Смотрите, вам видно, куда он стреляет? Он стреляет по вот этим перилам. А урон получаю я, хотя я нахожусь на лестнице ниже. Достаточно понятный анализ, что произошло. На третьем ящик лутает оружейный. Вот и вереск. Ну, они тут все полутали уже, скорее всего. Кто-то бежит. Вот он, вереск. Собрал, я ему уничтожил. Так, а этот молодой. Каску накинем. Да, прямо подо мной. Эл! Я ему в микрофон еще успел крикнуть. Так. СРочка, кстати, хорошая СРочка. Так, еще и Генка. Валяха-муха. Кстати, опять всем в голову. Блин, я не знаю почему, но с МП7 прям что-то по головам очень хорошо залетает у меня. Убил обоих. Угу. Не, нету ни единого глушака. Значит, это вот эти. Почему они без вебки? Я откуда знаю, чат? Может, знаешь, как сделать? Аня соберет полоску донатов, чтобы постримить с вебкой. 1200, например. Чатик закидает 1200, Аня себе купит нормальную видюху. Я ей пришлю шлем, и она в этом шлеме постримит с вебкой. Че, нормально? Все будет честно, в принципе. Блин, ладно, я-то думал, я могу там какую-то подставу сделать, ну что это вообще монстр. Да, вот это же в первой комнате можно найти все что угодно, только не то, что надо. Что нашла?
Набор инструментов. Не кота. Или Дикс, пошли на выход. Или Дикс нашла? Да. Ладно, выход идти реально. Возвращаемся тогда, так как пришли. Самое безопасное сейчас в данный момент. Только не убирай его в подсумок, а то вдруг ты умрешь. Я не убрала, не убрала. Но если ты меня убьешь, то я запомню. А, не, я думаю, нам надо Ледекс передать мне на хранение, пока мы до выхода не дойдем. Будешь возникать, я сейчас его вообще в подсумок заберу. Ты вышел? Давай, давай, идем. Ты вышел уже или нет? В проломе стою. Блин, а сколько надо времени, чтобы это, как его... Убил обоих. 10 минут надо. Хирься. Зеленку надо? Не все надо. На. Иди сюда. Каво и погнали отсюда нахрен. Мне ногу убили. Ну, отбежим сейчас с места преступления хотя бы. Ань, ну то тут решила зашиваться. Ты все равно мутаешь пока что. Так, все, я уже. Просто пока ты зашиваешь. Я тоже все уже. Все, пойдем. Все, сваливаем. Аня, за мастерское прикрытие с тебя Ледекс. Кстати, вот не факт, одного, возможно, я убила. Наверное, нет. Такой разворот был на 90 градусов. Ты идешь, да? Я перед тобой. Там два дробовика на флешетах. Я не знаю, как я выжила. Шитарыч. Я тоже не знаю, как ты выжила. Я думал, все уже. Вроде как-то и грустно, и радостно было в этот момент. За Уралом бот. Блин, Шитарыч. Под снайпера не подставляйся. Точно. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.